Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Mazda CX-30 в сером цвете 2022 года выпуска на бензиновом двигателе объемом 2 литра, мощностью 156 лошадиных сил, АКПП, полный привод. Автомобиль на хорошей резинолитых дисках, имеется спойлер, камера кругового обзора, парктроники, ветровики, повторители в зеркалах. Пробег автомобиля 7000 километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, ткань, имеется мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, подогрев передних сидений, подогрев рулевого колеса, кнопка старт-стоп, режим спорт, кнопка автохолд, электроручник, мультируль, круиз-контроль, подрулевые лепестки, электропривод багажника, электропривод водительского сидения с памятью на 2 персоны, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 77, 87, 78, 86, 76, 83, 79, 84, 107, 73, 65. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.